Всем привет! Привет, мои сладкие и вкусненькие. Еще раз решил сыграть такую великолепную игру Loadout. Не знаю, понравилась вам игра или нет. Что-то я не видел комментарий, типа, проходи еще. Например, прошлая игра, где я играл, эти черные точки прыщи, эти, да, на жопе черные. Там писали, проходи еще, а про эту игру нет. Но я все равно решил еще сыграть, потому что за то время, которое сыграл, да, в прошлый раз, не хватило, чтобы понять весь потенциал игры. Не хватило! В прошлый раз я играл с Пашей Че, мой друг, да. Сейчас я сыграю один, потому что у него свои дела. Мы его тревожить не будем. Вы чуете, да? Давайте сейчас быстренько покажу, что здесь есть, и начнем играть. Чтобы не тянуть, я хочу сыграть два матча. Во-первых, бой. Здесь мы можем выбрать тип боя. Обычная игра, то есть мы можем играть против ботов. И по сети. Соревнования и своя игра, я не знаю, что это. Создание оружия. Здесь можно создавать оружие. Варианты создания оружия огромные, поверьте. Вот зайдя в это меню, вы потратите огромное количество времени. Также здесь можно тестировать созданное вами оружие. Испытания. Ни в одной игре такого не видел. Я, видите, создал оружие, да и многие также будут. Первое оружие некудышное, абсолютно бесполезно. А, надо будет убрать точно. Так, все, мы прошли испытания. Уходим отсюда. Некудышное оружие создал. Сейчас, секунду. Сейчас, мы кое-что изменим. Потому что я забыл настроить. Нужно убрать отскакивание. Такое говно! А можно прилипающее сделать? Ну ладно. Это же другая история, я потом буду пробовать и сделаю уже хорошее, мощное оружие. Вот так лучше будет. Сейчас быстренько глянем. Одна секунда. Una momento. Вы видите, сейчас она просто летит. Па-па. Да, конечно, гораздо лучше. Да вы о чем? Когда отскакивала, она просто отскакивала и вверх летела. И в итоге не было взрыва. Пау. Вау. Вау. Не, прикольно. Ты мне факт показываешь, мразь? Ах ты, тварь, а. На, чмо. На. Ладно, все. Let's go. Дальше, вот у нас есть создание оружия, да? Я уже сказал, что много времени потратить. Есть очень много модификаций. Но вы оплачиваете элементы оружия с помощью этой синей фигни. Видите, внизу справа? У меня сейчас 109 фигни, это мало. Там примерно требуется для каких-то элементов по 1200... Давайте, чтобы не врать, давайте мы зайдем, быстренько глянем на любой элемент. Вот прицел, да, у меня стоит обычный, чтобы купить новый, 680. Ну, это самый слабенький такой. Потом 2400 и так далее. Эти синие фигнюшки зарабатываются, по-моему, благодаря это, боям, когда вы выигрываете. Я не знаю, как они зарабатываются, честно. Идем дальше. Экипировка. Ну, здесь вы собираете ваши виды оружия, да, которые вы создали. Вы можете взять какое-нибудь одно оружие или даже два оружия. А я не знаю, здесь можно два оружия брать? Ну ладно, не важно. То есть, мне пока одно оружие, да, есть. Также здесь можно выбрать персонажа. Пока доступно только три. Потом персонаж. Здесь мы можем настраивать внешний вид персонажа. Настроить. Например, заходим. Но, насколько я знаю, здесь все за донат. То есть, настройка внешнего вида полностью за донат. Потом достижения, статистика, технологии, да. Можно также прокачивать перса своего. Хорошо так прокачивать. Хорошо. Ой, я могу что-то прокачать, да? А у меня есть прокачка? Я вот не знаю. По-моему, есть, если он показывает. Это я потом сам разберусь. Ну и магазин, где вы сможете донатить, башлять свои кровные. Но я играю без доната всегда. Поэтому let's go. Нажимаем обычная игра. Против... Бой против бота, против людей. Найти матч. Регион Европа. Когда вы первый раз запускаете игру, там вы можете выбрать регион. Там показывается еще пинг. У меня выбрана Европа, потому что пинг там самый маленький 80. Ну, это у меня такой пинг маленький. Кстати, не забывайте, что игра полностью бесплатная. Вы можете хоть сейчас скачать, там примерно или 2, или 5 гигабайта весит. Скачать игру можете и играть в свое удовольствие. Можете с друзьями играть легко. Так, что у нас здесь такое? Как я понял, а что это вообще за миссия? Атака. Здесь просто убивать надо? Ладно, пошлите, мужики, пошли. Пу! 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 Вот это пушка, я понимаю. На, мразь. Убил, да? Да.
А что это за мод? Контрольная точка активирована. Не понимаю. Все. Вот нужно зарабатывать за синие фигнюшки. Там у них название есть, я не помню название. По-английски называется первая буква Б. Тварь, а? Да, зато я вас хорошо продамажил, мрази. О, видели? Двое полудохлые. Я вообще не понимаю, что это такое? Давайте сделаем по-другому тогда. Мы выйдем отсюда и создадим... А, стоп. Короче, я ничего не понял. Давайте мы тогда выйти из игры. И создадим нормально свою игру, свой матч. Опа. Против людей создать партию. Пошлите. А, я могу только друзей приглашать. Ладно, пошлите тогда играть с другими. Не, просто видите, я хочу начать игру заново. Получается, что я нахожу, да, и игра уже идет. И тем более, я даже не понимаю, какой у нас мод кидает. Ну, неважно, сейчас будем убивать. Заметьте, мне синие фигнюшки не прибавили. Скорее всего, там даже дают их не за коли... Это не за убийство людей, а скорее всего, именно за победы дают. Сейчас посмотрим. Играет в эту игру, в принципе, так, нормально людей, то есть немало. Он быстро ищет игры в основном. Сейчас он немного задумался. Пока он ищет, кстати, мы можем дальше бегать по менюшкам. О, все, он нашел. А, нет, подождите. Готовы присоединиться? Да, конечно, готов. Пошли, пошли, пошли. Еще плюс в этой игре в чем? Вы можете, во-первых, всегда выйти из игры. Это как Counter-Strike. А, все правильно. И вы также можете войти в игру, из которой вы вышли. То есть вас выкинуло, а вы потом можете войти в этот матч. Во, это моя любимая тема, да? Ну, пока что любимая. Значит, чмо. Все, я убил, молодец. Один против двоих, я убил одного из них. Где ты, чмо, а? Вы видели? По, почти по лбу дал. Вау. Так, так, подождите. А где остальные-то мужики? Я что, один играю? Нет, нас четверо. Ладно, let's go. Фу, как же я раскидал этих псов, а. Ну как хорошо быть профессионалом, асом. Топовым игроком. Ах ты чмо, а? Аллилуйя. По-п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 о-
Он хочет забрать наш флаг, но мы не дадим ему наш флаг. Так, где ты, тварь? Во! Все зарешали, забросали гранатами. Как это было написано, так. Здесь можно поднимать всякие сундуки, да, здесь патроны. О, давайте пока его оружие поднимем. Мы можем подобрать чужое оружие и побегать с ним. Ух ты, я что, убил что ли? Нифига себе. Офигеть. Ну вот, уже двоих убили, смотрите. На лов хп. Я первый раз это оружие вообще вижу, конечно. Похитить. Вау, еще какой-то электрошокер, нифига себе, прикольно. Ах ты чмо, а? Ах ты тварь, давай, братюня, беги. Давай, братюня. Ну, давай, 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 давай. А, как же мне больно-то, помогите. Перезаряжаю. Давай, братюня, перезарядка долгая. А, сдохни, чмо. О, все. Мне руку отрубили, я не понял, что за баг. Ладно, возьмем. Давайте вернем наше оружие. Нормальное оружие. Так, где я вообще? Окей, let's go. Не, прикольно, мне нравится игрушка. Реально мясо. Очень давно на такие игры не играл. Я говорил это в прошлом видео. Опа, опа, опа. Пау. Вау, вау. Уху. Так, тихо, подождите. Уху. Нате, чмо. На, тварь, на, сдохни, сдохни. Да, два на одного?
Все равно я вас буду решать. Я двоих убил. Ха-ха! Два на одного, я двоих порешал, мрази. Давай, детка, давай. Ну, убил, убил, нет. Убил. Троих уже убил подряд. Смотрите, ну ас, просто ас. Let's go. При том, что у меня опыта максимум час игры. Все, конечно, меня сейчас убьют уже. Давай, детка, как я живучий, а. Я его убил, смотрите. Убил четверых и сделал суицид. Все, короче, я жду премию. Перечисляйте мне на WebMoney деньги за это. Так, что там бежит? О-о-о-о! А, вот он бежит, мразь. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Вот это не fuck you, это типа fuck you молот. Я не знаю, зачем так сделали. Сделали бы просто молот и все. Давай, братюня, давай, я бегу. У одного убил, молодец. Как вам, мразь, а? А, давай, детка, держись. Давай. Че, убил, нет? Нет, не я убил. Мой друг убил, давай, давай. Не друг, а союзник, которым мы играем. Вау, давай, давай. Ну, один хп, чмо. Давай. О, я его убил. Все, нет, не я его убил. Свой добил. Нормально, нормально. Какое я вообще место занимаю? Первое место. 8-3. Так, стоп. А, я... Что-то было. Я думал, что я зареспаунился. Все нормально. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Бежим, бежим. Прикольно. Кстати, мы можем с вами сыграть. Если вам интересно, то пишите. Создадим с вами лобби, да? У-ху-ху-ху! Так, отлично, отлично. Let's go, let's go. Детка, живи, живи. Опа, давай, давай, поиграем, давай, чмо. Уа-уа! Уа! Да где я? Подожди, стоп, стоп, стоп! А-ха-ха, я ничего не вижу, что происходит. Все, 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 сдохни. Мне немножко руку оторвало, ну ладно, ничего страшного. Давай, детка, давай, на! О, попал, видал? Видал, говорю, видали? Два раза попал. Давай, еее! Убил, так, отлично. Видите, зеленый луч, это хилит, да? Здесь можно хилить, то есть союзник наш с оружием, хилка. Но минус в том, что он не может стрелять. То есть он может только хилить и все. Он не может урон наносить. Хотя, я не знаю, если здесь можно брать два оружия, да, то вообще будет все равно. Можно будет тогда, когда нужно брать на урон, когда нужно брать на хилку. На чмо! Но-но-но! Ах ты, тварь, а. На! Я тебе не прощу, так, все, минусанули, бомжа. Уа-уа! Я не могу это не озвучивать, реально, мне адреналин прям. Давай, детка. На чмо, а? Ах ты, тварь. Ну, давай поиграем. Что ты, ПВП, ПВП, ПВП? Ну ладно, все, сгасилось, мразь. Засало, да? Давай, братюня. Так. Тихо, 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 загасило. На! Здесь трое, трое, трое! Блин, ну... почти. Вы видели, да? Одного убил, одного продамажил. Ладно, все, я долго держался. Очень долго. Let's go. Где, 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 где? Так, где все наши? Суть в том, да, что здесь нужно, короче, все, убил. Суть в том, что здесь нужно забрать, короче, два молота. Так, тихо, тихо. Здесь можно убить самого себя, конечно же. Суть в том, что нужно забрать два молота, как я уже говорил, да? Ох ты, я прям с прыжка его. Уа-ху! Все, опять забрал, молодец. На, чмо, на. Я сколько, я двоих убил, смотрите уже. Давай, чувак, давай, давай, хиль, хиль. Спасибо, братюня. Здесь надо забрать, короче, два молота и принести на базу. Изначально один молот у врагов, один у меня. Ну, то есть у нас на базе, да? Этот молот офигенное оружие, этим молотом можно еще бить. Вот видели, вот, вот там вот наш взял молот. Да, он может им бить, короче. Молот очень сильно бьет. Наверное, даже с одного удара можно убить. Так, гоу-гоу, давай, братюня, пошли. А у нас еще тоже забрали молот? Да что ж такое, твари тупые, где он? Я потерялся, вот-вот-вот-вот. Ну давай, братюня, ты никогда в жизни не сможешь противостоять мне. Все, забрал. Я играл всего лишь час и уже нагибаю просто в говно. У меня лучший стат в тиме. ГГВП изи, короче. Так, ладно, все, гоу, 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 гоу. Так,
Пошлите убивать, я хочу мясо. У-у-у! Жалко, что здесь нельзя, по-моему, два прыжка. Или можно, по-моему, можно два прыжка, но для этого нужно прокачивать скилл. Скилл, короче, чтобы было два прыжка. Так, я не вижу, не вижу ничего. Их очень много, Вайс, очень много. О! Стоп, что? Почему поражение? Я не знаю, вы видите, что у меня лучшая стата, значит, я сделал все лучше всех. Почему эти дауны проиграли, я не знаю. Ладно. Что у нас по времени? У нас еще есть время, мы играем еще один матч, сейчас сыграем. Гол-гол, еще один. Еще, видите, что минус, да, что я уже говорил, что здесь можно ливать спокойно, да, и вот в этом минус, что постоянно такая динамика идет. Люди ливают, ливают, приходят, и очень мало кто играет до самого конца. Вот, после игры, видите, приз дают. А, вот они, эти очки сраные, все. Здесь в трех ящиках именно очки синие, которые я вам говорил. Вы сможете их истратить на оружие. Вот, 450, 300, видите, а можно было взять 450. Это и все, что ли? Больше мне ничего не дадут? А, нет, смотрите, вот еще бонусы всякие разные дают. Прикольно. Так, заработано очков. Ну вот, у меня уже 1000. Это хорошо, потому что я хочу сделать оружие. Нормальное оружие. Потом. Гол, гол. Вот, опять те же самые люди, по идее, сейчас будут, которые остались. Ну, гол еще раз на молот, наверное. Что это добыча? О! В смысле, уже все, началась миссия? Ну ладно. То есть, видите, это там можно было голосовать. Вот сразу начали отключаться, отключаться. Ну пошли в жопу, пускай отключаются, мудаки. Вначале, видите, здесь сразу это и зеленое, и красное. Надо стрелять сразу. На, чему? На. Ха, прикольно. Ой. Это было больно. Кстати, здесь нет проблем с пингом вообще. То есть у меня пинг 80, я говорил, и лагов я вообще не чувствую никогда. Ах ты чмо. Ах ты тварь, а? О, как больно-то. Ой, как... О, кого-то... Да, я одного уже убил. Так, стоп, стоп, мразь. Чмо, а? Ах, тяжело, конечно, когда много на тебя нападает сразу. В первую очередь, потому что в игре такая динамика, нереальная динамика. Давай, чмо. Давай. Вау! Вот. Так, тихо. О, ну давай, братюня, давай, на. Все, двоих завалил. Да, двоих. Арксвольс уволен. Я почему-то уволен. Я ничего не понял, за что меня уволили? Смотрите, опять. Кто? Видите, внизу справа пишет. Здесь какая-то миссия, скорее всего, есть. Ну давай, чмо. Где ты, тварь? Уа! Все, ты сдохла, тварюга. О, мое дело не миссии выполнять, а убивать. Я машина смерти, ах ты тварь. Здесь, да, здесь можно падать на дно. Вот ненавижу это в играх. Поэтому лучше брать определенные карты. Видели, я просто упал на дно. Я стал дном, понимаете? На самое дно. Так, гоу. Нифига ты чмо наглое. А, больно. Еще, видите, нужно понять, какой смысл этой карты, я пока не понимаю. Ну, пока не важно, я буду просто бегать и убивать. Давай, братюня. Вау, поехали. Вау! Где же вы, твари, бегать? Я не вижу, смотри, как много. О, я кого-то убил. Отлично. Давай, братюня. Так, все, здесь все наши. Подобрать прибор. Не, ничего я подбирать не буду. Давай, братюня, хиль. Вау! Фига, меня уже убили за 1 секунду. Смотрите, мой трупик бегает. Ну, тварь, это что, нога еще повреждена. Давай, помогу сборщику. Где сборщик? Я бегу. О, я прям на него, да, убил. Молодец, отлично. Обожаю ракеты. Во! Что такое синее говно какое-то лежит, смотрите. Помоги сборщику. Ой, я думал, что я вниз уже упал. Так, стоп, я пока ничего не понимаю. Ну-ка, если по карте ориентироваться, смотрите, там какая-то красная фигня.
Ладно, гоу-гоу драться же, я стою на одном месте. Пошли, 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 пошли. Ну-ка, где мразь? Вау-вау-вау-вау! Давай, чмо! Ах ты, тварь, а. А, есть одного минуса, ну, молодец. Еще одного надо, давай, детка. Видали, я все, нормально. Драться против троих. Одного минуса, ну, один, видите, оф хп. Так, стоп, что это было? Я вышел в меню? Ну ладно, дебил, ты хочешь меня убить? Убивай, давай. Не получилось, не получилось. О, как больно-то. Нифига он толстый. Ах. Фух. А, это правая кнопочка. Все, я понял, почему я в меню выхожу. Все понятно. Это правая кнопочка, я нажимаю. Я думаю, так задумано по игре, что он должен выходить. Так, что там? Где у нас? Где трупы? Кто меня бьет? Самое главное здесь что? Это прыгать, 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 прыгать. На чмо. Ух ты, ты еще живое? А, нет, ты уже не живое. Ты уже дохлая. Я заработал в очко. Так, ну, ладно, хорошо, как скажете. Вау! Видите, у меня оружие такое, да? Именно такое я сделал, чтобы было 3 патрона. То есть изначально ракетница стреляет одним патроном и сильным. Я сделал модификацию, чтобы было 3 патрона и послабее. Бах, бах, отлично попал. Так, ну-ка, вон он, тварь, бегает. На, чмо, допрыгивай, тварина. Здесь, опять же, я говорил уже, можно поднимать всякие вещи. Например, здесь можно поднимать патроны, да, можно аптечки поднимать. У-ху-ху-ху! Тварь, я в нем уже много раз попал, а? О, ну их слишком много, я бы его убил 100%, вы знаете. Ну-ка, кто у нас по стати? Первое место по убийствам. Именно по убийствам. Нормально. Ну, по очкам я не первое место, потому что я не выполняю, наверное, суть миссии. А что такое? Я же такое вижу, подождите. Ах ты, тварь, а. Ну, пошли подеремся, бичиха. У-ху! И я бегу туда, не зная куда. Опа! Уа-уа-уа-уа! О, как пробило его хорошенечко. На чмо, все, да, я убил, я, все, гоу, гоу, вау, 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 пу! О, я еще одного убил, смотрите, так, кто-то бежит, а, это, на, мразь, на, чмо, у тебя мало хп, ты должен сдохнуть, в любом случае ты сдох. Меня еще из этого говна стреляет, тварь, а. Блин, как же больно-то. Вы видите, я уже третьего пытаюсь убить. Ну чё, кто кого? Убил троих! Вы видите, троих убил! Только я урона на себя принял, а, господи Иисусе. Не, жируха реально рулит, у нее свой такой прослойки жира. Вот видели, 3 патрона, да, 2 из них попал в цель. Ну все, наконец-то меня уже убили. Кстати, у него в никнейме бот, но он не бот, потому что, видите, здесь все люди играют. Это просто так написал. Тем более, мы выбирали режим с людьми. Вау-вау! Хотя, может, это и бот. Один человек. Уху! Уху! О, опять много. Ой, я самоубийством. Такое бывает, да, самоубийство можно здесь совершить. Я хочу попробовать поиграть с автомата, да, сделать апгрейд именно автомата, чтобы... Здесь есть такой начальный автомат, но он слабенький, а я хочу сделать апгрейд его. О! Здесь также еще можно сделать ракетницу из 4 патронов, офигенная вещь. Все, я убил. А, нет, не я убил. Ну, почти я. Так. Вау-вау-вау-вау! Уху! Давай, тварь. Сдохни, сдохни. Все, я его убил. Я себя, видите, еще очень сильно дамажу. Ну, я понимаю, да. О, я еще одного убил. Все, у меня хп нет. Меня сейчас убьют по-любому. Но все равно мы будем до конца драться. Наконец-то. О, все, ногу оторвали. Победа! Ну ты вообще изи-бризи, я еще заработал ачивку. Нормально, ну все, на этой счастливой ноте, видите, я вон танцую. Ёп, ёп, а нет, я стою слева. Первое место по киллам из 10 человек. А, наш последний, скорее всего, бот, реально. Скорее всего, когда
кто-то не подключается долгое время, наверное, ставится бот. Ну так уж и получается, мы играли, сколько там, 7 человек игроки и один бот был. Ну это ерунда. Все, я заработал, видите, синее говно, называется Bluetooth, Bluetooth. Отлично, теперь у меня есть, сколько, 4, 3700, мало. Выйти из матча, ладно, пока, братаны, экипировочка. Сколько там по времени, если мы еще, может, так регуляться сейчас будем, но я вам покажу кое-что вкусненькое. Опа! Создать новое оружие. Let's go, everybody! Awesome! Так, все, создаем новое оружие под названием сосок. У этого оружия имеется сосок Пашвиашвили. Пашвиашвили. Нет, не луч. Пульс есть, нет. Винтовочка. Я хочу, чтобы он стрелял быстро, быстро, быстро. Потом, тип патронов. Пуля. Видите, можно или пуля, электричество, или хилка. Огонь. О, огонь хочу. Всегда хотел огонь. Его надо учить надо. Потом я постараюсь выучить огонь вообще матный. Самое сильное, это, наверное, огонь. Ну, смотрим, что здесь можно сделать. Вот. Полный автомат. Это плюс к урону и минус скорость. А что здесь вообще прокачивать-то надо? Во, легкий штурм. А, я вот это хотел, разброс. Давайте поставим разброс. Прикольная, наверное, вещь. Сколько у меня всегда дамаги получается? Ну, давайте поставим разброс. Поставили. Прицел мне нафиг не нужен. Приклад. Так, улучшение стабильности. Улучшение стабильности. Обойма, во, обойма. Я хочу много обоймы. А. А, ну вот, размер обоймы 25. 50! Давайте это поставим, попробуем. 50, неплохо так. Вот, окей, мы сделали сейчас разброс и сделали обойму. Ну-ка, а пули что? Пули у нас только такие, да? Обойма, спуск, полный автомат. Можно сделать полуавтомат. Ну ладно, тогда будет слабая атака. Ну-ка, попробуем испытание. Но все равно мне еще останется то оружие, на всякий случай. У-у-у! Не, прикольно, это получается дробовик. Да, видите, я специально сделал дробовик. Хотя, я не знаю, может мне не делать дробовик? Стрелять-то очень быстро, прикиньте, 50 патронов! 50 патронов! Офигеть вообще, 50 патронов. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Ну слабо, слабо намажет. Я бы с трех ударов ракеты бы убил. Ну хорошо, давайте тогда уберем мы тогда разброс. И легкий штурм поставим. Кстати, еще один плюсик, господа. Мы можем тестировать оружие, при этом еще не купив его. То есть я еще деньги не раскидал. Офигенно, да? То есть я деньги еще не истратил, я могу протестировать. Это вот обычный пулемет. Я добавил скорострельность. Даже, смотрите, даже люди с ХП своими остались. Я добавил скорострельности. И вместимость у меня сейчас 100 патронов, офигеть. А, подождите, или не 100, или 50. 100, да, это пулемет уже реально. Не прикольно. 100 патрончиков. Так, что еще можно сделать? О, а давайте попробуем лазер испытать. А-а-а. Хм, прикольно. Видите, какие жесты показывают. Кстати, у этой игры есть ограничения. Это, по-моему, 18+, поэтому если вам меньше 18+, вам нельзя в нее играть. Йоу! Может попробовать эту фигню сыграть? Так, это у меня близкая дистанция тоже, да? Ну-ка, подождите, если мы поставим вот это. А это вот стандартное. Сейчас мы быстренько глянем, время все равно немножечко это отнимает. Это вот обычное. А, еще можно, знаете, как сделать? Можно поставить еще винтовку. Снайперская. Там вообще будет сильный дамаг. Ну-ка, подождите. Ну, не прям сильный. Ну-ка, что она делает? Ну-ка, что она делает? О! Фига, у нее крутая маска. Прикольно. А, типа можно голову отрывать? Я при этом оно живое остается. Ну ладно.
О, видали, ногу оторвал. А, она отрывается, видите, потому что это винтовка в первую очередь. Ну, не знаю, в такой игре винтовка, конечно, мне не очень нравится эта идея. Я уже играл, да, когда-то, против нас играл мужик с винтовкой. Не знаю, не скажу, что он был сильный, фигня полная. С одного удара она никогда не убивает. Никогда я не видел. Потом я предлагаю легкий штурм. Прицел нам не нужен, а... Нет, не здоровье точно. Какой плюс? Здесь урон получается 5, здесь 4. А, перекидываться нам в это соседних. Потом, наверное, я ставлю пулю. Ну-ка, а если мы посмотрим тогда пульс? Что такое вообще пульс? Ни разу не видел пульс. Вау. Нифига себе скорость. А это неплохо, смотрите. Какие-то шарики железные. Типа шарами стреляет железные. Прикольно. Не, необычно. Ну-ка, давайте посмотрим, что можно сделать с ней. Так, пульс. Вот у нее, видите, у мата что два вида атаки. О, штопор. А будет крутиться. Видали, крутится. То есть не по прямой стреляет, а крутится заряд, смотрите. Не, я говорю, офигенная игра, прикольно сделали. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Хотя смысла я не вижу в этом. Ну-ка, атака слабее становится. А, атака даже сильнее. Прикольно. То есть у вас просто будет атака сильнее, при этом будет крутиться заряд. Давайте сделаем так. Потом можно выбрать тогда вот это. Атака будет слабее. Но он будет также шариками стрелять. О, смотрите. Вот это мне нравится, прикольно. Мама, офигенно и красиво выглядит так. Я хочу большую обойму. Высокая емкость. И атака при этом упадет. Нет, тогда нам нужно будет убрать, наверное, заряд. Потому что у нас атака падает от емкости. Так. Тварь тупая. Так, ладно. Тогда мы сейчас уберем заряд и поставим пулю. Полный автомат. Во, очередь, прикольно. Смотрите, если мы делаем полуавтомат, то он усиливает атаку. Прикольно. То есть мне нужно каждый раз жать на кнопку. Но атака гораздо сильнее. Посмотрите, очень сильная атака. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так я мышку, наверное, быстрее сломаю. 100 патронов. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мы можем в любом случае все купить, а потом бесплатно ставить элементы, которые мы уже купили. А это что такое раскручивающее? Ну-ка, подождите. О! Прикольно. Пулемет такой. Вау. Он типа раскручивается, да. Не, интересно, интересно. Так, какая у нас атака? Вот, видите, у нас потом показывают общие характеристики уже в конце. Атаку и так далее. Ну ладно, все, я слишком сильно уже затянул. Сам буду тестировать. Если вам понравилась игра, да, там, пишите комментарии, что вам понравилось. Если вы хотите, чтобы я снимал дальше, я сниму. Уже в следующей серии тогда я покажу уже оружие, которое я собрал. И если вы хотите сыграть со мной, в принципе, давайте сыграем. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.